يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات قابل التوبات الله 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 لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله. Ассаляму алейкум, уважаемые братья и сестры, рады приветствовать вас на нашем телеканале Хадид ТВ 3, на нашей передаче, которая посвящена этому великому и священному месяцу, месяцу Рамазан. И хотелось бы сказать, что тема сегодняшнего нашего разговора, она не из радостных, а именно мы поговорим о мученической гибели имама Али. И прежде чем начать нашу передачу, хотелось бы принести наши соболезнования по поводу мученической гибели имама Али, алейхиссалам. И специально по этому поводу мы сегодня в студию пригласили уважаемого Худжатуль Ислама валь Муслимина шейха Гурбана. Ассаляму алейкум, шейх Гурбан. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Уважаемый шейх Гурбан, хотелось бы задать вам такой простой вопрос. Что вы можете сказать по поводу этого дня? И прошу вас, пожалуйста. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. Я прежде всего приветствую дорогих телезрителей и присоединяюсь к соболезнованиям. Соболезнованием в связи с мученической смертью повелителя правоверных Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, наместника и халифа посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Если позволите, я бы хотел поговорить о событиях, которые происходили в жизни его светлости повелителя правоверных после посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Мы затронем ряд вопросов, очень важных вопросов, чтобы лучше познать, чтобы лучше узнать Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, что это был за человек, и за что он сражался, и за что он пожертвовал собой, за что умер. Но прежде чем касаться этого вопроса, я бы хотел подчеркнуть один очень важный момент. Его светлость, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, неоднократно обращался к Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, и говорил ему: «Би абиль вахид ш-шахид, би абиль вахид ш-шахид», то есть «да будет мой отец жертвой, будет мой отец жертвой за одинокого мученика, за одинокого шахида, би абиль вахид ш-шахид». То есть здесь, как мы видим из слов посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, это предание приведено в разных источниках. Его светлость, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, указывает на то, что его светлость, Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату ва саллям, был один, остался один в конце своей жизни. Он был оставлен. Огромнейшее количество сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, не выдержали экзамена, не выдержали испытаний, которые настигли их после смерти посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И люди, которые имели колоссальное влияние. Конечно же, мы не говорим обо всех сподвижниках, потому что были люди, которых убили, например, Абу Зар аль-Хифари. Абу Зар аль-Кифари был убит, и он был сослан, сподвижник величайший, по признанию всех мусульман единогласно, величайший сподвижник посланника Аллаха, за что его выслали, за что его сослали в Рабаза. Его всей семьей
выслали в Рабеза, где он вместе со своей семьей и умер. Он умер в ссылке, за что его третий халиф сослал. И подобных Абу Зару аль-Кайфари людей было достаточно среди сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Но их нейтрализовали. Так как Абу Зар, например, кого-то куда-то отправили, с кем-то еще что-то сделали. Были сподвижники посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, которых откровенно из стрелы убивали, а потом, как ни в чем не бывало, говорили, что его убил джин. И до сих пор, даже в преданиях, если вы обратитесь в историю, увидите, что некоторых сподвижников чудесным образом убивали джинны. Из стрел причем. Ну а кому это было выгодно? То есть какая выгода убивать сподвижников? Давайте мы чуть-чуть позже к этому вернемся, да, кому конечно. Было выгодно и почему они так делали. Мы, потому что все это попытаемся посмотреть на это. Но что я хочу сказать? Я хочу сказать, что его светлость Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, остался один. Би абили вахиди шахид. Одинокий мученик. Почему? Потому что в своей битве, в своей войне он был против всего. Практически почти против всего. Всех. Были единицы, буквально единицы людей, которые... Или это были люди, не имеющие влияния, не имеющие достаточного авторитета в исламском обществе, или же имеющие влияние, но слишком малочисленные. Это говорит о том, что огромная масса мусульман, огромная масса сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, к величайшему сожалению, отвернулся от Али ибн Абу Талиба, алейхиссалату вассалам. В чем отвернулось? Что такое дело Али ибн Абу Талиба, алейхиссалату вассалам? Почему отвернулись? От чего они на самом деле отвернулись? К чему стремился Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам? Вот я бы хотел по этому поводу одно предание привести. Это предание достоверное. Достоверное согласно единогласному мнению. Если вы обратили внимание, я, как правило, в таких вопросах привожу предания из источников большинства. Я не привожу из элитарных источников, я привожу из источников, я имею в виду не из шиитских источников, а привожу из источников большинства. Это предание приведено в разных книгах, например, Хаким Нишабури в своем мустадраке привел и назвал его достоверным согласно условиям Бухари и Муслима. Сказал, это предание достоверно согласно условиям Бухари и Муслима. Хейтами Маджма Узавайт привел и сказал после этого предания, что Риджалуху Риджалу Сахи, что все передатчики этого предания являются передатчиками Сахи Бухари. И более того, Альбани, современный аналог, как считается в некоторых кругах, современный аналог Бухари, то есть это считается неким таким гигантом хадисоведения последних столетий, просто гигантом хадисоведения. Албани в своем Сальсилату Сахиха, также привел это предание, а Сальсилату Сахиха это сборник преданий, в которые он включил только достоверные предания. Сальсилату Сахиха он привел это предание, том 5, страница 639. Пятый том, страница 639. Что это за предание? Мы хотим сейчас узнать, к чему стремился Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, и в каком деле его оставили. Предание приведено от Абу Саида аль-Худри. Абу Саид аль-Худри говорит: «Кунна маа Расулиллахи, саллаллаху алейхи ва саллям, фанкатаат на'лу». Мы были с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и вдруг его обувь разорвалась. Его обувь разорвалась. Инкатаат на'лу. Фатахалляфа алийун яхсифуха. И тогда Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалям, взял его обувь, чтобы починить. Фамашаха калилан, сумма кал. И тогда посланник Аллаха совершил несколько шагов, прошел немного, и потом сказал. Что он сказал? Инна минкум ман юкатилу аля та'вилил Кур'ан. Среди вас есть тот,
кто будет сражаться за толкование священного Корана. Кема каталту аля танзили. Точно так же, как я сражался за что? За ниспослание священного Корана. Фасташрафа лаха ль-каум ва фихим Абу Бакр ва Умар. И тогда люди стали пересматривать, смотреть друг на друга. Те люди, к которым обращался посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И среди этих людей был Абу Бакр и Умар, первый и второй халиф, халифы. Кал Абу Бакр, анаху. Абу Бакр сказал, это я? Посланник Аллаха сказал, ла, нет, не ты. Кал Умар, анаху. Умар сказал, это я? Посланник Аллаха сказал, ла. Сказал, нет, это не ты. Валакин хасифу нааль. Но это тот, кто сейчас чинит обувь. Это тот, кто чинит обувь. В некоторых источниках это предание приведено, но без вот этих вот подробностей. Просто коротко сказано. Среди вас есть тот, кто будет сражаться за толкование Корана, и это тот, кто чинит обувь. И если так посмотреть на предание, непонятно, кто это такой, кто это. Просто убрали имя Али, убрали всю эту ситуацию, когда порвалась обувь посланника Аллаха, и Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, взял его обувь, чтобы починить. Все это удалили, оставили просто хасиву наар, тот, кто чинит обувь. И непонятно, из предания не получается выяснить, кто это такой вообще. Но, слава богу, в некоторых других источниках, то есть во многих источниках, история приведена полностью. Посланник Аллаха сказал, «Лакин хасифу нааль». Но это тот, кто чинит обувь. «Яни алиян». Абу Саид аль-Худри говорит, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, подразумевал Али. «Яни алиян». Он подразумевал Али. «Фаатайнаху фабашарнаху». И тогда мы подошли, то есть вот это вот эти люди, которые присутствовали там, подошли к Али ибн Абу Талибу, алейхиссалату вассалам, и стали его поздравлять. Поздравлять, с чем поздравлять? Это счастье, сражаться за толкование священного Корана, точно так же, как посланник Аллаха сражался за ниспослание священного Корана. Фалам ярфа расаху, и Абу Саид аль-Худри говорит, что когда мы его стали поздравлять, Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, даже не поднял голову. Кианнаху кад кана самиаху мин расулиллах. Как будто он до этого слышал уже эти слова от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Это предание о чем нам говорит? Это достоверное предание. Нет никаких сомнений относительно достоверности данного предания. О чем это предание говорит? Это предание говорит о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сражался за то, чтобы за ниспослание, то есть то, что он получал священный Коран, то, что он получал откровение. Из-за этого он сражался с людьми, из-за этого люди восстали против него, из-за этого люди отвернулись от него, из-за этого люди подняли меч на него. Из-за этого, из-за того, что он получал откровение. А из-за чего же люди сражались с Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам? Это величайшее дело, это абсолютно немалое дело, это величайшее дело. Люди подняли мечи на Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, потому что он правильно толковал Коран. Он правильно понимал Коран, а значит, правильно толковал весь ислам, правильно понимал весь ислам. То есть Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, сражался за толкование Корана, так же, как и посланник Аллаха сражался за именно получение откровения, за ниспослание Корана. Именно поэтому сподвижники посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалам, фаатайнаху фабашарна, они подошли к нему и стали его поздравлять. Почему? Потому что это величайшее блаженство, это величайшее счастье. Защищать правильное понимание Корана, защищать правильное понимание ислама. Но с кем он сражался? Не менее маловажным вопросом является то, с кем его светлость Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, сражался за толкование священного Корана. Спасибо большое, уважаемый шейх Курбан, но мы вынуждены прерваться на короткую паузу, после чего мы вернемся и продолжим наш разговор. Ну а вас мы просим, уважаемые телезрители, не переключаться, оставайтесь с нами, мы вернемся после короткой паузы. يا
Снова ассаляму алейкум, уважаемые братья и сестры. Напоминаю, что у нас сегодня в гостях уважаемый худжатуль ислам валь муслимин шейх Гурбан. И вместе с шейхом Гурбаном, то есть шейх Гурбан нам объяснял то, что имам Али сражался за правильный смысл толкования Корана. И хотелось бы продолжить наш разговор. Я приведу еще одно предание, в котором сам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, уже разъясняет, с кем Алибин Аби Талиб, алейхиссалам, будет сражаться. То есть его светлость предсказал. Мы это из истории знаем. Но мы начнем с того, что сказал посланник Аллаха. Как он описал этих людей? Как он описал тех людей, которые будут сражаться с Алибин Аби Талиб, алейхиссалам? Описание очень короткое, много времени не займет. Предание приведено от Абу Айюба Аль-Ансари. Абу Айюба Аль-Ансари говорит: «Амара Расулуллахи Али ибн Аби Талиб بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين». Что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, приказал Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату ва саллям, сражаться с тремя группами людей. С тремя группами людей. С кем? Со сколькими группами людей его светлость сражался, когда стал халифом? Когда, точнее, не халифом, а когда его выбрали правителем. Халифом он был на протяжении всех этих лет после смерти посланника Аллаха. Наместник. Халиф – наместник. Преемник. Но с кем он сражался? Он сражался с тремя группами. С тремя группами, точно так же, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, приказал. То есть те сражения, которые проводил Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату ва саллям, это был приказ посланника Аллаха. Неужели те сподвижники, которые были вокруг посланника Аллаха, они не знали, что посланник Аллаха приказал ему сражаться с этими группами? Его светлость, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Ан-накитин». Кто такие накитин? Накитин – это те, которые нарушают свою присягу. То есть, если кто-то кому-то присягнет, а потом нарушит эту присягу, например, восстанет против этого человека, его называют накид, нарушающий свою присягу. Касетин. Касетин кто такие? Касетин – это те, которые несправедливы. Это преступники. Преступники. Касетин – это преступники. Валь маарикин. Маарикин – это отступники. Те, которые вышли из религии, те, которые совершили отступничество от религии, отступили от религии. То есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, приказал сражаться с тремя группами. Это те, которые нарушили свою присягу, те, которые являются преступниками, и те, которые вышли из религии. Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату ва саллям, сражался ровно с тремя группами людей. Это были люди, первая группа людей, с которыми он сражался. И, кстати, сподвижники посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, разъяснили множество, не один сподвижник. Например, Саад ибн Убада. Саад ибн Убада дает понимание, разъяснение, кто здесь подразумевается под накитин, кто здесь подразумевается под каситин, кто здесь подразумевается под марикин. Он говорит: «Ан-накитин ахлюль-джамаль». Накитин, те, которые нарушили, это те, которые восстали против Али ибн Аби Талиба, алейхиссалату ва саллям, и сражались с ним в битве, верблюжьей битве. Джамаль, верблюжьей битве. А кто это были? Это была Айша, это была Тальха и Зубейр. Тальха и Зубейр пересягнули Али ибн Аби Талиба, алейхиссалату ва саллям. Именно поэтому их пророк называет накитин, нарушившие свою присягу. Накитин. И
Qasitin, Qasitin, это, как говорит Саад ибн Убада говорит, на Qasitin это династия Амиятов, потому что при Сифейне, например, в частности при Сифейне, Али-бин Абу Талиб, алейхиссалам, сражался с Муавией. Это вторая группа, преступники, это преступники. И третья — Муарикин. Муарикин — это были хариджиты при Нахраване, битва при Нахраване. Это хариджиты. Еще сам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал о хариджитах, что придут люди, которые будут читать Коран, но они выйдут из религии точно так же, как стрела выходит из лука. Которые будут читать Коран, но Коран не дойдет дальше их горла. То есть они, это будут просто звуки, это будут пустые звуки. Ни веры, ни понимания Корана у них не будет. Это будут просто пустые звуки, которые исходят из отсюда, не более того. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что они, эти люди выйдут из религии точно так же, как лук выходит из... стрела выходит из лука. Это очень красноречивое разъяснение, потому что лук из, стрела из лука очень быстро и однозначно выходит. Поэтому эти три группы людей, с которыми посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, приказал сражаться Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату ва саллям, нарушившие присягу, преступники и вышедшие отступники, отступившие от религии, с ними Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату ва саллям, сражался «Аля та'виля л-Кур'ан». Ради чего? Ради толкования. То есть что это означает? Это означает, что Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату ва саллям, ни в одном из случаев не был агрессором. Так же, как и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, получив откровение, не был агрессором. На него напали. На него напали. Почему на посланника Аллаха напали? Потому что он получал откровение и провозглашал это откровение. А почему была совершена агрессия в адрес Али ибн Абу Талиба, алейхиссалату ва саллям? Потому что он это откровение, как сказал посланник Аллаха, правильно толковал. Из-за того, что он правильно понимал ислам, это было невыгодно, это было не нужно. Они не хотели этого ислама. Они не хотели того ислама, который преподносил им Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату ва саллям. Не хотели этого понимания ислама. И в истории мы можем об этом очень долго говорить. Почему не хотели, как это произошло. И это то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, обращаясь к своим сподвижникам, он сказал: «Я не боюсь, что вы после меня станете неверными. Я не боюсь, что вы после меня станете мушриками, как это было до ислама, что вы вернетесь во времена джахилии. Я этого не боюсь. Но я боюсь, что вы будете совершать малый ширк». Они спросили, что такое малый ширк. Он сказал: это показуха, это рия. И вот эта вот беда, и вот эта вот чума настолько охватила сподвижников посланника Аллаха, не всех, к счастью, к величайшему счастью, не всех, но огромное количество влиятельнейших, авторитетнейших, таких даже как Тальха и Зубейр. Вот, например, сейчас в мусульманском мире считается, что Абу-Бакр и Умар являются самыми достойными сподвижниками посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Но дело в том, что они даже близко не стоят от Тальхи и Зубейра. Те услуги, которые были оказаны посланнику Аллаха, те услуги, которые были оказаны исламу этими двумя людьми, Тальхой и Зубейром, они были неоценимы. Это были Тальха и Зубейр входят в число первых 50 мусульман. Первых 50 мусульман. Их достоинство, те дела, те поступки, которые они совершали при жизни посланника Аллаха, трудно переоценить. Но эти достойнейшие люди были охвачены этой чумой. И что эта чума им дала? Эта чума им дала искаженное понимание ислама. Они ради вот этого своего ширка, малого ширка, коим является рия, из-за этого рия, они
полностью отвернулись от истинного ислама, от того ислама, который всегда исповедовал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Именно поэтому, когда пришел Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, и дал им понять, что он вернет ислам в прежнее состояние, в состояние, в котором он находился при жизни посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, они, что они сделали? Противостояли ему. Они подняли мечи против него, они восстали против него, они пошли войной против него. И именно поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Би абиль вахиди шахид». Да будет мой отец жертвой одинокого мученика, одинокого шахида. Потому что Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалям, ради этого умер. Он остался таким образом один, ради толкования, ради правильного, он ради правильного ислама. И поэтому он достиг «Фузту ва раббиль Кабе». «Фузту ва раббиль Кабе». Что может быть еще ценнее для человека, для верующего человека, кроме как умереть ради такой цели? «Фузту ва раббиль Кабе» — это слова самого Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалям. «Клянусь Господом Кабы, я достиг успеха». Когда эти слова он произнес, когда он получил этот смертельный удар, от которого он умер. Почему? Потому что все, что он терпел, одиночество, страдания, предательство, он очень многое сделал для того, чтобы этих людей наставить. Он жертвовал своими самыми близкими друзьями, он жертвовал самыми своими близкими и дорогими для себя людьми, только ради того, чтобы спасти этих людей от того нечестия. Например, те же самые люди, которые в Джамале выступали против него, «Аннакисин», те, которые нарушили свою присягу, те люди, прибыв в Басру вероломно, вероломнейшим образом напали на Басру и убили огромнейшее количество мусульман в этом, и грабили и убивали, и в том числе там были близкие люди Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, были его близкие друзья, близкие к нему люди. Но несмотря на это, он всегда призывал их вернуться, одуматься, приводил им слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Все это одиночество, сражение, несправедливость по отношению к самому себе, все это его светлость Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, выдержал ради правильного ислама, правильного понимания священного Корана. Именно поэтому «Фузту ва раббиль Кабе» — достиг успеха, клянусь Господом Кабы. Именно поэтому, потому что это величайшее, величайшее блаженство, величайшая радость. Я приведу еще одно предание, если у нас осталось, да, время. Конечно. От самого Али ибн Аби Талиба, алейхиссалату вассалам. Извиняюсь, уважаемый шейх Гурбан, хотелось бы напомнить, что у нас в распоряжении всего лишь 2 минуты. Хорошо. Его светлость Али ибн Аби Талиба, алейхиссалату вассалам, это предание приведено во множестве источников, в частности, Хейтам привел Маджма' аз-Завайд, если не ошибаюсь, если мне не изменяет память, привел от Абу Я'ла, от Али ибн Аби Талиба, алейхиссалату вассалам, который сказал... Это хадис длинный, я приведу только небольшой кусочек. Его светлость Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалям, обращается к посланнику Аллаха, говорит: «Я Расулаллахи ма юбкик». Почему ты плачешь? Посланник Аллаха начал плакать, и его светлость Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалям, спросил его: «Почему ты плачешь?» «Каля сагаину судурин судури, сагаину фи судури аквамин». «Ла юбдунаха лака илля мин бади». Ненависть в сердцах племен, не будут проявлены по отношению к тебе, кроме как после меня. То есть племена испытывали еще при жизни посланника Аллаха, потому что Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, ислам тяжело продвигался. И одним из важнейших двигателей этого продвижения был Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам. В том числе и в войнах, в том числе и в сражениях Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, показывал непревзойденное мужество, непревзойденную храбрость и доблесть. И это и множество другое затаили в сердцах, в
том числе и мусульман, тех людей, которые вчера были мушриками, сегодня стали мусульманами, затаило. И в первую очередь это касается амиятов, династии амиятов. Затаила в их сердцах ненависть к Али ибн Абу Талибу. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, что эта ненависть в сердцах племен будут скрытыми до тех пор, пока я жив. То есть они проявятся только после моей смерти. Так и было. Эта ненависть очень ярко проявилась после смерти посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, по отношению к Али ибн Абу Талибу, алейхи ва саллям, были совершены просто немыслимые преступления, немыслимая несправедливость. Большое спасибо, уважаемый шейх Курбан. Надеюсь, что данная вами информация была очень полезна и познавательна для наших телезрителей. На этом мы с вами прощаемся. Ассаляму алейкум ва рахматуллах. Алейкум ассалам ва рахматуллах ва баракатух. Ну а мы подводим итоги нашей передачи, уважаемые телезрители. Прежде чем попрощаться, хотелось бы принести наши соболезнования по поводу мученической гибели имама Али. Ну а мы вас благодарим за проявленный ваш интерес. Спасибо, что смотрите нас. Ассаляму алейкум ва рахматуллах. يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل